Все вокруг хуёво, какую тему не возьми, кругом одни уроды. Я покажу тебе, малыш, какая жопа эта жизнь. Общественный сортир этот мир, к тому же платный. Пойдем со мной, денег нет, правильно. Как правило, с этого и начинается. С тобою нянчиться, только тратиться. Париться, с тебя встанет еще один геморрой на мою задницу. Первый урок бесплатно, пока я добрый. Только у природы нет плохой погоды, понял? Кому сливать претензии, это не ко мне. Спроси у Даймы и у дяди Джина, не болей, сын. В тестах не люблю я материться, но видно придется, а вам придется смириться. Чеки, моя первая претензия. Подросткам не дано то, что ставят себя выше общества. Ударям дешевым и гнилым еще не уступит место ни беременным, ни пожилым. Их старухам под окном я предъявляю притязание, тоже обо всем знаем. Все по роже ебнул бы всем, подбиралом нищим, что богаче. И нас вместе взятых, и тех, кто строит дачи, где бы раньше лес. Под Халимом и Фрунам, с иным шакалом, сатанистом и пропагандистом. Ей культуры и хип-хоп фактуры, всяким пряникам и стрижам, и другим недопеченным, и пернатым госпожам и господам. Судящих кто в чем, ни черта не шарит. Претензий к уродам засоривших шарик. Кто полгода лета, то зима достанет. К тем, кто руки раньше времени бросает. Возмущен теми, кто динамик, кто мобильник свой не отключает. Ни в театре, ни в кино, ебалом бы в говно. Продавщик тупой, Харри недовольный. Беден ты или богатый, а в стране догоняет. Нет клиента, нет зарплаты. Претензии к тем говносапицам, кто тебе сочувствует как бы. А на самом деле горе твое смакует. У меня в наборе еще масса причин ненавидеть наши сучьи стадо. Взыскивать с вас, да и себя, пожалуй, тоже надо. Лол, надоело все. Нахуй достало. Задаем, дайм. Не болей, сын, попытайся понять меня. Если надо, то ты не сможешь найти меня никогда. Даже если узнаешь адрес, не открою дверь тебе. Даже если ты, Вася, заебался я от знакомых с амбициями. С ними час хуже, чем ночь в милиции. Оппозиция, в этом году мое кредо. Какие нахуй враги, от знакомых все беды. Поэтому сижу дома или в офисе. Но если ты не знаешь пароль, то хуй дозвонишься. Так что помни, что таких как ты миллионы. Плюс я начал ограничивать круг своих знакомых. Доктор Дайм, никто не идеален. Помни, никто вокруг не идеален. Насчет Дарфлизии? Нет, те претензии, да. Другие. Какие? Такие.